Так, ну что ж, поехали. Ребята, я рад вас приветствовать у себя на канале. Итак, что же, начинаем. Торговка черепами выполняет задание. Называется «Хочу и получу». Думаю, вы видели. Вы видели это название. Ой, как хорошо мне продали. Ребят, не успел объяснить, в чем прикол, но я уже его выполнил. Я уже выполнил задание. А выполняется очень легко. Сейчас объясню. Вам нужно взять только правильные аддоны. Правильные аддоны — это всегда залог выигрыша. Залог выигрыша, залог хорошей катки, это залог это залог выполненного задания. Буду честен, признаюсь вам, взял школу Мидвича я, да, именно я. Объясню почему. Нам, играя за торговку черепами, естественно выгодно закрытая какая-либо карта, закрытая. Воу-воу-воу, профессионалы! Профессионал в деле, я вижу. Так. Повес за повесом. Мне кажется, ребята уже сдаются. Билд я не стал выгоняться, не стал что-то особое, что-то менять, да? Типичный билд такой, я бы сказал, дружеский, для людей. Разряд, небрежный мясник, все для них, все для ребяток, так сказать. Эх, Нэнси, Нэнси. Ой-ой-ой-ой-ой. К сожалению, это ГГ. О, здесь крюк. Билд все-таки рабочий. Выхода нет. Сдерживающий эффект имеет, чтобы не так быстро заводили. Также я разряд. Разряд это... На данный момент прям, я бы сказал, топовая штука. Молодец. Так, нашелся человек, который умеет бегать. Так, уже неплохо. Продает палеты заранее. Это тоже отлично. Ой, кто у нас тут такой ваншотный? А, нет, он еще не ваншот, но он. Так, минус один, да. Едем дальше. Надеюсь, ребята дадут ген приличия. Тебе дадим. Так, куда побежала? Я кого-то слышал, погодите. О, ключом, но ну, надо же. А я, кстати, видел, по-моему, кто-то брал подношение по поводу люка. По поводу люка. Хм.
Где-то здесь Леон, я думаю. Давайте еще минус дадим. А, без огласки, окей. Пускай заводят, ладно. Хоть пару генов хоть заведут, ребята. Ах, не успел. Тут ГГ. Вот удивительно. Удивительно, что выпустили вот торговку черепами, да? И мы так редко ее видим онлайн. А реально ведь редко. Ну согласитесь. Возможно, мне хотелось бы даже чаще ее видеть. Да. Возможно, тактика. Именно тактика треугольников, закрытых карт. Она не всем подходит. Многие любят более агрессивное что-то. Но чтобы вообще ей не играть, это какой-то нонсенс. Это какой-то нонсенс, друзья. Возможно, хотелось в будущем, чтобы мы почаще видели торговку. И разработчики для этого все делают. Все делают. Ну согласитесь, опять же, вот эти задания, чтобы хотя бы как-то брали и катали на ней, катали. О, я думал, вы застолтили, теперь не найду. Ну, но все же. Наконец-то. Папам. А ведь неплохой выпад. Ведь неплохой выпад. Название, кстати, очень подходящее для этого задания. Хочу и получу. Действительно, мы уже получили многое. Так сказать. Спасли. О, молодцы какие. В ту сторону пошли, окей. Угу, вижу ее. Так, Нэй хочет поиграть. Это похвально. Топит. Так, ну. Два делишки, ну погнали. Ого! Палет, кажется, сломался под тобой. Много кушаем. Пам. Так, пускай Леон, я думаю, в люк уходит. И был бы найс. Пора, я думаю, заканчивать этот фарс, потому что, ну, без вариантов. Торговка не оставляет ни шанс. Совершенно. Да давайте люк уже. А, вот он. Ну все. Куда ты попал? Леон, ты тут? Леон. Нашел. Я думаю, но где он есть? Куда попал? Ну все. ГГ.
Действительно, торговка что хочет, то и получает. ГГ. И это ГГ, друзья. Это ГГ. Выполняется данное задание, но просто изи. Просто изи. Даже не нужно напрягаться совершенно. Просто взять, опять же говорю, правильные аддоны. Вот и все. Так, давайте поглядим, какие. Безжалостная. Безжалостная убийца. Абсолютно безжалостная. Так, хочу и получу. Вот оно. И все-таки пол уровня, друзья. Не так немало. На плюс 2. Ребята, кстати, вроде и... Вроде старались. Только могу похвалить. Аддоны. Сверхнапряжение, ребята, продлевает срок службы аккумуляторов и электрозахватов на 12%. И разряженные аккумуляторы, все выжившие начинают матч с электрозахватами. Их заряд составляет всего 40%. Друзья, если взять еще какой-нибудь навык по типу преследователь-убийца в начале катки, чтобы подсветить, да, выживших, и пойти к ним и запустить активный коптер, вот смотрите, что нужно. Загоните выживших одного человека с эффектом электрозахват в зону действия активного коптера, играя за персонажа, торговку черепами. То есть мы в самом начале уже идем к ним. Мне повезло. Все были с захватами. Я тупо запускаю этот активный коптер. Задание выполняется. Изи, просто изи. Это изи. Друзья, спасибо, кто подписывается, кто поддерживает канал. Лайкосики завозит, комментирует видео, предлагает свои, может быть, какие-то варианты и видения торговки. Пишите свои билды. Все интересно знать. Давайте, ребята, удачи вам и всех благ. Счастливо. Увидимся. Пока-пока.